Видите, что у нас? Уже чуть больше листики. Вот такой удивительный район. Вот в этой стоматологии, кстати, я тоже вроде как успел побывать по какой-то фигне. Вообще. Да, согласен с тобой. Короче. Я все время хожу к одному и тому же стоматологу. Совершенно гениальному человеку. В высшей степени профессионал. Зовут его Максим. Максим Филатов. Но есть одно обстоятельство, что, короче, он меня за плохую чистку зубов, он меня наказывает тем, что берет огромные деньги за удаление зубного камня. Вот так. В общем, типа 8 тысяч. Представьте. И поэтому, судя по всему, мне придется идти удалять зубной камень в другое место. За 2000 здесь его можно удалить, этот зубной камень. Ну, Макс меня наказывает. Я так думаю в этом дело. Ну, правильно делает отчасти. Так, кстати, вот тут тоже, ё-моё, вон там картинка какой. Какой он будет. Вон, смотрите. Нехило, да? Вот оно, теперь все стало ясно. А мы сейчас встанем на светофоре. Постоим.